Твоя работа, как бриллиант, бывает многогранной. В таких вот образах, прическах и шелках, которую творит огромная команда. Стилист придумал образ в целом, а визажист и парикмахер, два человека с опытом иным, добились от нее успеха и подчеркнули нотки красоты. За всем следит директор съемки, за оператором особенный контроль. Ведь все мы знаем, что картинка в норме, когда все делают ответственно задание свое. Фотограф бедный и замученный жарою настраивает цвет и высоту штатива. Он знает, что картинка может быть такой, что даже странной будет выглядеть икона стиля. А после попадает материал к творцам, которые бессонно клепают то, что сняли мы с утра, и делают картинку для просмотра годной. Так вот, что я хотел вам донести. Чтоб созерцать всю красоту сполна, которую создали прошлой ночью, задействовать тех топовых ребят, что скажут в один голос точно. Профессия любимая, важна, которую ты выбрала, будучи ребенком, перенесет во времена она, чтобы ощутить сполна все те моменты важности, когда еще ходила ты с маленькой